Поэту герою Мусе Джалилю исполнилось 111 лет. Как Казанский федеральный почтил память татарского поэта, узнаешь в следующем сюжете. Татарский поэт, герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии. С его творчеством знакомятся еще в детском саду, а в школах и университетах посвящают ему поэтические вечера. Муса Мустафович Джалилов, или по-другому Муса Джалиль, именно так многие его знают. Он родился 15 февраля 1906 года, поэтому этот день уже стал особенным для многих жителей Татарстана, и Казанский федеральный не стал исключением. В нашем университете татарского советского поэта чтят и помнят. В ректорском садике КФУ прошел поэтический митинг и возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля. В нем приняли участие директор Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Радив Замалединов, председатель Союза писателей Данил Салихов, а также преподаватели и студенты. А в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 111-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля, где студенты и преподаватели прочли стихотворение поэта-героя. Мероприятие примечательно тем, что оно проводится совместно с центрами Института Каюма Насыри. Сегодня мероприятие, которое проводится в актовом зале нашего Казанского федерального университета, транслируется во все центры Института Каюма Насыри. У них в каждом из центров тоже проводятся мероприятия. Они будут видеть как нас, так параллельно будет проходить мероприятие у них. Муса Джалиль оставил большой след в истории и татарской литературе. И сегодня почтить его память собрались все те, кто неравнодушен к его творчеству. Анна Глазунова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.